Всегда улыбайся. Второе. Никогда не сдавайся. Переходим. И учти, к тебе будут приглядываться. Что ты им в дом принесла? Радость или негатив? И даже если тебе станет очень-очень плохо, все в жизни бывает. Ты забей на все и смейся. Что, дурочка какая-то? Учись на ошибках старших. Я вот упустил свой шанс, и теперь я переросток. На. А все хотят маленьких. А ты, значит, не улыбался? Я другим путем пойду. Эх, я уже не жду, когда меня выберут. Вот. Я их сам буду выбирать. Здравствуйте, меня зовут Александр. 10 лет, сирота, не имею вредных привычек. Ищу здоровую семью с целью устройства личной жизни. Все ссылки на контакты в описании. Обращаться с 15.00 до 17.00. Лучше синиц в руках, чем журавль в небе. Зря ты это затеял. Посмеются над твоим объявлением, и все. С другой стороны, а чё ж судьбу свою не испытать? Мокрый дождя не боится. Дядя Акуп, Сан Саныч, Олеську уже уводят! Ух ты! Давай, быстрее. Все будет хорошо, не волнуйся. Приветик. Приветик. Ну что такая грустная, а? Сейчас на ферму поедем. А молочко парное? Не вешай носик, птичка. Удачи, Олеська. До свидания. Папа, пока. Ну, с Богом, с Богом. Мне нужна моя дочь. Без нее жизнь не имеет смысла. Только боль и пустота, которые не проходят. Ваша потеря невосполнима, Мария Николаевна. Но надо оставить свое горе в прошлом и жить дальше. Съездить куда-нибудь в путешествие, отдохнуть. Ездили. Очень хорошо помогают ароматерапия, иглоукалывание. Пробовали. Займитесь собой, своими желаниями, прихотями. Балуйте себя. Открывайте все радости бытия. Живите. К черту! Извините, профессор. Мария. Гера, это тупик. А может, все-таки мальчика? Нет-нет, только девочку. Thank you.
Это ты? Ах ты, милый мой. Дай-ка я тебя тоже. Торопыга ты. Беги, бегун, да помни, что в сутках всего 24 часа. Как всегда, дядя Якуба и его жены гостинец. Но угощаться нет времени. Хорошо, дорогой, хорошо. А Якубу скажу, чтоб не грузил тебя гостинцами. Тебе одних книг таскать приходится уйму, туда-сюда. Чтоб ты не задумал, главный твой проект – учеба. Осенью экзамен по спецпрограмме для особо одаренных, помни? Прочти еще вот это Короткевича. Угу. Месяц-другой, и ты станешь самым молодым студентом нашей страны. Якуб на месте, наш герой. Здравствуйте. Добрый день. Я звоню по объявлению. Я адвокат Геральт Казанович. Очень приятно. С кем имею честь говорить? Позвольте представиться, Сан Саныч. А вообще-то я Александр. Можно Санек? А ты красавчик. Извините, гражданка, разве мы знакомы? А что ты имеешь в виду? Ну, вы разговариваете с незнакомым человеком. Пускай с ребенком. И сразу начинаете ему тыкать. Это уже большое ВП. То есть вредная привычка. Вы меня поняли? Да, вы и есть тот самый ребенок без вредных привычек. Тот самый. Судя по всему, вы воспитанник детдома. Вы угадали. Сирота. У меня есть предложение, которое вам понравится. Я надеюсь. Нет-нет, усыновлять я вас не собираюсь. Я готов помочь вам в этом уникальном проекте. А почему это вас заинтересовало? Ничего подобного в моей практике еще не было. Если вы не против, я бы хотел встретиться с вами и обсудить кое-какие детали. Адрес пришлю смс-кой. У меня встреча в 17:00 с усыновителями. Ну что ж, меня это устраивает. Высади меня у кафе. Приехали. О, здесь. Вот тут вот. Это место или нет? Вот. Документы. Документы. Идет. Идет. Вот. Привет. Добрый день. Позвольте представиться. Я Александр Александрович. Меня зовут Вадим Палыч. Можно дядя Вадя? Пока. Все документы туточки. Мы порядок знаем. А это моя жена, Эвелина. А это наша родня. Сашенька, дорогой, называй меня просто мама Эля. Хорошо? Можно я тебя обниму? А это... Это небольшой подарок от нас. О, домашние пирожки. Моя слабость. Наш человек. Хозяйство у нас большое, только рук не хватает. А я Лев Поликарпович. Можно просто деда Лева. А я дедушка Казик. Представляю вам своего душеприказчика. Ну, адвоката. Вынужден вас огорчить, граждане-усыновители. Дело в том, что этого мальчика уже нашли. Как? А не, мы же... Собственные родители. У нас есть общие интересы. Как говорили раньше, ты мне, я тебе. Замечательный кофе. Сам готовишь? Сам. Итак. У меня есть клиентка. Она потеряла семью в автомобильной катастрофе. Мужа, которому я очень многим обязан, и 12-летнюю дочь. Я адвокат и могу обеспечить, как вы убедились, юридическое сопровождение в ваших попытках обрести подходящую семью или найти прежнюю. У меня нет и не было семьи. Мама умерла. А про отца ничего не известно. Извините. Александр, с вашей стороны я хотел бы рассчитывать на помощь в подборе девочки для удочерения. Какая помощь? Приходите к нам в интернат, я вам хоть 100 девчонок на выбор покажу. Проблема в том, что Мария, мать-сирота, так сказать, сама того не подозревая, ищет не просто девочку. Ей нужна точная копия дочери, возраст 12 лет, цвет волос, музыкальные данные, чтобы любила мандарины и роликовые коньки.
Если бы вы знали, сколько вариантов мы перебрали, но ни одна из кандидаток не отвечает ее запросам. Что я предлагаю? Ты у себя в детдоме находишь несколько светловолосых девочек, которые хотя бы немного музицируют и поют. И ты работаешь с ними. Ты создаешь образ такой милашки, этакой жизнерадостной щебетуньи, которая понравится моей клиентке. Я понял тебя. Не найдем светленьких, покрасим. Краска за твой счет. А ты мне нравишься, Сан Саныч. А ты мне нет, Геральт Казанович. Я махинациями не занимаюсь. И обманывать никого не намерен. Сохрани, пригодится. Пойдем, и ты мне все подробно расскажешь. Ты дома, солнышко. Мы все тебя так ждали. Документы. Извините. Там ясно был указан диагноз. Извините. Уезжайте, уезжайте. Уезжайте, уезжайте. Чем скорее, тем лучше. Ах ты! Нельзя, я сказал! На малолетке захотел, не допущу! Все хорошо, все хорошо. Тише. Привет, крошка. Я соскучился. Думаю, где моя сеструшка? Да старушка пропадает. Я умру. Размечталась. Только со мной вместе. Черт, так где же скорая? Казанович, да? Простите за поздний звонок. После долгих раздумий я считаю возможным принять ваше предложение. Да. Но с одним условием. Если мне понравится ваша клиентка. Договорились. Адрес вышлю смс-кой. Ага. Знакомьтесь, это мой деловой партнер Александр, воспитанник детского дома номер один. Очень приятно. Александр любезно согласился помочь нам в поисках подходящей для удочерения кандидатуры. Женщина подает руку первой. Сан Саныч, можно Санек? Очень приятно. Взаимно. Если мать курит, то и дочь будет курить. Вы же этого не хотите? Да-да, конечно, разумеется. Я вот пацан и не курю. Вам это абсолютно не идет. Вы ведь красивая,
умная, добрая женщина, а не какая-нибудь там уличная девка. Опа! Чего позволять этому молокососу вот так? Геральт! Да? Вы сказали, что я ваш деловой партнер. Угу. А это кто? Это мой клиент, господин Фишкин. И Мария Николаевна моя клиентка. Мы хотим достичь взаимовыгодного соглашения о совместном проживании. Я считаю, что для усыновления... Удочерения. Шансы увеличиваются, когда семья полная. Полная, а не фиктивная. Что ты понимаешь в этой жизни, малек? Спокойно, спокойно. Граждане, спокойно. Геральт, я так понимаю, что дело у нас не склеилось. Жаль. Клянусь честью, меня устраивала только регистрация. В мои планы не входило общение с кем бы то ни было. Да я на пушечный выстрел сюда не подойду. Это правильное решение. Передумайте, звоните. Авансик. Ну уж я покину вас на некоторое время. Дела, знаете ли, праведные. Поговорите тут, тет-а-тет. Извините, Александр. Покажите мне вашу дочь. Симпатичная. Прям красавица. На мою Олеську похожа. Ну, у нас в детдоме принято опекать малявок. Ну, тех, кто болен или тяжело без родителей. Почему Сан Саныч? Да меня так всю жизнь зовут. В детдоме. Да. Говорят, когда родился, был суров и серьезен. Да, да. Индивидуальность у меня такая. Как появился на свет, понял. Так, пацаны, здесь что-то не так. Давайте разбираться. Ты взрослая. А, ничего, что мы на «ты»? Ну, ничего, конечно. Давай на «ты», так будет проще. Да, пожалуй. Все взрослые знают, что каждый человек неповторим, и другого такого не будет. Особенно для матери. Что характерно, ее сын или дочь всегда ребенок, о котором она хочет заботиться. А нет своего, так материнский инстинкт подскажет ей, где и как его найти. У нас в детдоме статистика такая. До 3-4, максимум 5 лет, охотно усыновляют, а удочеряют. А дальше уже не очень. Почему? Ребенок взрослеет, узнает многое откуда, куда и как. Эгоизм вырастает до небес. ВП всякие появляются. Ну, вредные привычки. Да, а бездетным людям хочется ласку проявить, сюси-муси, косички заплести, попку помыть. Извини. Ты где пропадаешь? Стефания беспокоится, мы за тебя головой отвечаем. Я понимаю. С Олеськой, надеюсь, все в порядке?
Да, кризис миновал. Я не подведу. Слово. Подопечная моя. Вот даже на расстоянии волнуюсь за нее. Что да как? На. Сколько ей лет? Да малая еще. Пяти нет. Танцует, поет. Шебутная такая. Да, удочерять надо маленьких. Ну, мне пора, если вы не против. Мы не против. А, ну да. Пристегнись. Ну как? Как правило, запоминается последняя фраза. И какая это фраза? Удочерять надо маленьких. Только и всего? Не только. Мария добрый человек и очень одинокая. Значит, она тебе понравилась. Это круто. Теперь осталось найти ей дочь, а тебе семью. И все дела. Кстати, а вы состоите в браке? Нет, я человек не семейный, но положительный. На что вы намекаете? Я намекаю на то, что некому будет оплакивать вас, если вы погибнете. Чего это я погибну? Например, в ДТП. Спокойно. Мои же намеки вы понимаете. У тебя, Сан Саныч, раньше не возникало желания найти своего биологического папу? А зачем? Я 10 лет надеялся, что он меня найдет. Теперь я большой, захочу, сам его найду. А вот захочу ли, это уже вопрос. Ну ладно. А я все-таки поищу. Тем более, что и у меня есть кое-какие договоренности. С вами, сэр! Поступайте, как считаете нужным. А я займусь подготовкой кандидаток. Надеюсь на вас, коллега. Раз, два. Олеся, ножки держи. Натянуты ножки. Семь, восемь. Раз. Сюда смотрим. Колено держи. И раз, два. Еще я. Три. Стоп. Спасибо. Давай еще раз мы с тобой это движение. Колени держи. Мне нужны кое-какие справки из архива вашего сельсовета. Родильный дом, регистрация, место работы. Еду. Поставить, Зиночка. Да-да, Сан Саныч, можно. Отошли ребята на исходное. Вот красиво встала. Третья позиция в ногах. Колени прямые. Вытянулась. Шагов начинаем сразу. И раз, два. Колени держим. Три, четыре, пять, шесть. Молодец. И раз, сразу закрыла. Держи ножки. Пять, шесть, семь. День добрый, Александр. Вами интересуется посольство Итальянской Республики. А также вас ожидают там. Здравствуйте, сеньор Алессандро. С вами говорят из посольства Итальянской Республики. Извините, пожалуйста. Очень просим перезвонить нам как можно быстро. До свидания. Бонжурно. Салюто ламбашата. Делла Република Итальяна ин Беларусси. Или мио номе Алессандро. Грация. Слушаю.
С кем имею честь говорить? Стефания Казимировна. Я являюсь доверенным лицом Александра. Стефания Казимировна. Меня зовут Алексей. Я по поводу усыновления. Жена очень хочет лицезреть мальчика, познакомиться. Скажем, завтра. Это невозможно, к сожалению. У Олеся встреча в посольстве Итальянской Республики как раз. Ах, вот как. Ну, тогда давайте... На сегодня можно? А сегодня он готовится к этой встрече вместе со своим адвокатом. Ну, не беспокойтесь. Я обязательно скажу Олесю о вашем приглашении. Благодарю, Стефания Казимировна. Приятно было познакомиться. Пожалуйста. Надо же. В Италию зовут. Как бы не опоздать. Я в его годы обходился без адвоката. Да, отправлю его в Кембридж или Оксфорд. Станет мне помощником и наследником. Ну, с бумагами у вас все более-менее. А как с ВП? Чего? ВП. Вредные привычки. Любите сидеть на диване перед телевизором? А, но не без этого. Особенно, если футбол. С пивком, небось. Ну, станешь членом нашей семьи, подрастешь на пару годков, и тебе будет позволено пивко под футбол. А что насчет табакокурения? Такой грех есть. Курю. Понимаешь, я рыбак. А рыбалка такое нервное дело. Вот, вот рыба. Рыба, она в воде. А ты тут. Стихия. Кто кого. Но тебе я курить не позволю. Нет. Вот мать знает. Я не курю. И кем же я вырасту в вашей футбольно-рыбацкой семье? Каким? Человеком. Вот как я. Честный трудяга. Закончишь школу. Пойдешь ко мне в наладчики. Все будет тип-топ, Сашка. Будешь, как раньше говорили, достойным членом общества. Здесь, вот на своей земле. Ну что, пойдешь к нам в семью, а? Вы мне симпатичны, честно. Но, понимаете, я должен подумать. Думай, сынок, думай. И вы нам приятны. Дело серьезное. До свидания. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Ну, мой юный друг, до вас дозвониться сложнее, чем до Трампа Дональда. Я вижу, дела у вас пошли, у меня не очень, но я работаю. Из итальянского посольства звонили, перевожу. Анну Кьямата дель Бащета Итальяна. Вот. И что они хотят, по сути? У них имеется договоренность с детдомом о контактах со мной. Зовут в посольство для переговоров. Может, на лето в гости пригласят? И добрый день, Стефания Казимировна. День добрый. Догадываюсь, что вы им ответили. Ответил, что непременно. Буду со своим догадливым адвокатом. Сеньор, откуда это у вас? Манеры, язык. Языки, глоссарий, моя слабость. А, кстати, у вас есть приличный костюм? А у вас? У нас есть пункты проката. О, guarda chi c'è, Alessandro. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Привет. Bello. Ragazzi, basta. Niente. Vai via, 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 per favore, via. Ragazzi, via, 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 basta. Per favore, basta. Via, via, Alessandro, siediti. Buongiorno. Я здесь, Беларусь. Немножко, маленькое время. Mi piace. Мне нравится Беларусь. Улицы, люди. А, садитесь, пожалуйста. Grazie. Но мне нравится белорусский мова. Подобается. Зразумела? У вас прекрасная возможность улучшить мову, сеньор посол. Но я не посол. Да? Ну, значит, будете? Твои слова Богу в ухо. А, так вы любите пословицы и поговорки. Перкино. Я могу вам помочь. Мой лучший друг, дядя Якуб, знает тысячу пословиц. Перфекто. Отличное предложение. Все хорошо. Очень много семей Италия хочет
такой бамбино. Но есть пикколо проблема, маленький проблема. Надо делать фильм, пикколо фильмато. Бамбино, играть, как поживаешь, школа, бичиклета. Понимаешь? Даем камерамен. О, va bene? Grazie. Ciao. È troppo sveglio questo bambino. Очень хороший. Маленький, здесь большой. È нормально? По сравнению с ним, ненормально мы. Ой, далеко пойдет. Sì. Arrivederci, dottore. Давай пять. Ты видел, как я шел? Я видел. Ты вообще главное такое, что мы такое лицо сделал. А это, я тебе платок поправляю специально, а ты его назад засовываешь. Смотри. Я думала, они мешают. А это Алессандро, Алессандро. Китайцы. Нихао. Надо китайским заняться. В смысле? Ну, потом японский легче пойдет. А сколько языков ты знаешь? Пять. Это с родными? С родными семь. Сколько? Семь. Вау! Ничего не знаете? Сегодня же Дудурка! Дудурка! Дудурка как здорово! Да? А что это такое? Это праздник такой! Праздник! День улыбающегося дурака! Да, пожалуйста, вот! Прошу! Ну, пошла! Да как тебя целовать-то? Все равно, что пепельницу. Плагиат? Это до тебя еще Антон Павлович Чехов сказал. Я больше не буду, обещаю вам. Ты теряешь навыки социального общения. Нужно дружить, ходить в гости, общаться с людьми, работать, жить активной жизнью. Вспомни, в каком ужасном состоянии был Робинзон в первые годы одиночества. Он завел попугая, чтобы не забыть человеческий язык. А потом подарок судьбы. Робинзон встречает пятницу. Это уже человек. Робинзон не один. Он спасен. Все спасены. И ты спасена. Понимаешь, я твой пятница. А Геральт Казанович это... Попугай, ты хочешь сказать? Ты это сказал, а не я. Ты. Мария, пятница и попугай. Вместе мы вернемся в мир людей. Поехали! У-ху! А Сан Саныч прав. Ты же преподавала фортепиано в музыкальной школе. Ой, когда это было? Меня уже забыли, наверное. А мы частную школу откроем. Так тебе ученики валом пойдут. И первая пойдет моя Олеська. Лицензию получим, налоги будем платить. Общаться с людьми, выходить в свет. Да какой там свет? О чем вы говорите? А свет у нас в детдоме будет на следующей неделе. Большой праздник. День открытых дверей. Выступление воспитанников. Чего только одна Олеська стоит. Угу. У тебя хотя бы есть во что одеться? Thank you.
как, нравится? Олеська, а может, танцы отменяются. Вот тебе песня. Слушай, заучивай каждый день. Я проверю. Будем готовить сольный номер. Я буду петь. Выше на прыжок. Раз, ножку поднял. Да-да-да, вот так сойдет. Этот стул не трогайте. Где стулья? Держим центр. Давайте, давай. Еще ближе. Должны стоять ровно. Шесть рядов. Шесть рядов, только смотри, чтобы они ровно стояли. Четыре, пять, шесть. Раз, два. Берите честно, мне тоже. Пять, шесть. Нет, эти стоят. Здесь должен быть последний стул. Да, последний стул должен быть точно по периметру. Олеська! Олесь! Держи подбородок! Громче пой! Пританцовывай больше! Слушай, парень, отнесись к этой съемке серьезно. Тебе в Италию, а мне семью кормить. Да, ставьте. Стой на месте и рассказывай, что происходит вокруг тебя. Давай. Готов? Хорошо. Я просимо сентимону нель орфантрофио объему una grande festa, la giornata delle porte aperte, arriveranno i padroni. Ви прего дико сидараре кверосо колонии амика. Давай придумаем мир для себя. Прости, великодушно, сэр. Пардон, муа. Excuse me. Entschuldigung. Пробачь одним словом. Я знаю, что вы не король, так что вежливость вам ни к чему. Прошу. Давай отсюда. Тут ничего, смотри, да? Браво! Браво! Премьера сезона! Песня «Дум Павелум» исполняет Олеся! Музыка народная! Димовочка! Слова коллективные!
подержи. Мы победили! Да, я подниму. Опа! Встречайте, народная артистка детского дома номер один Минского района. Протеже достойнейшего Сан Саныча, Олеська! Хлопчик, пойдем. Там приехали по твоей объяве, хотят познакомиться. Извините. Браво! Браво! Здравствуй, Шурик. Привет, Сашок. Стесняется. Мы так смеялись, когда увидели твое объявление. Круто. Ребенок без вредных привычек. Это в детдоме-то. Не врубается. Что нам подсунули? Мы за этим приперлись сюда за 200 км? Ну, вроде не дебил. Нам бы сказали. Может, хулиган? Посмешил народ наспор с дружками. Владеет языками. Цирк! Может, он еще танцует и поет? Да ладно. Раскочегарится. Начнем с нуля. Как тебя зовут, парень? Я не парень! А кто же ты? Я воспитанник детского дома номер один! Точно, дебил. Сам дебил! Обдурили нас. Аферист, малой. Спящий ребенок может тронуть сердце любой женщины, но, боюсь, не этой. Подобное познается подобным. Если бы я был матерью, для меня все дети были бы своими. Но выбрал бы я самого шустрого, такого, как я сам. Из метафизики Аристотеля гонит. Обалдеть! Так, сделайте что-нибудь, сеньор. Поставьте себя на ее место и скажите ей все то, что вы думаете. Война план покажет. Ладно, пора ставить точку. Так понравилось. А Мария даже нас в гости приглашает. Она сказала, мол, Сан Саныч, приходи в любое время и обязательно с Олеськой. Завтра едем. Гера, дорогой. Я не знаю, что делать. Они все такие беззащитные. Мария, надо отказаться от идеи Фикса. Вторую свою, такую же дочь ты не найдешь. Она была единственной и неповторимой. Не бывают в мире двойники, это факт. Но двойники — это просто это внешнее сходство. Отпусти ситуацию. Война план покажет. То есть... Жизнь покажет. Все расставит по местам. Ну, счастливо вам! С Богом! До свидания! Спасибо! До свидания. Приезжайте хорошего. Еще! Счастливо! До свидания!
Я больше никуда и ни с кем никогда не поеду. Даже со мной завтра? С тобой. Хоть на край света. Привет, сеньор Алессандро. Это моя жена, сеньора Розита. А я дядя Гуидо. Мы посмотрели твой маленький фильм. Ты нам очень понравился, и твоя подружка понравилась. Приезжайте, мы будем рады. Два слова о себе. Мы живем на Сицилии, в городе Катания, на самой окраине у моря. У нас есть небольшая лодка, на которой мы рыбачим почти круглый год. Везет же некоторым. Сеньора Алессандро. Слушай, Санек, ты все знаешь? Как бы мне на работу в нашу мафию примазаться? Чердак поехал! Какая мафия? Где? Мафия? Она всюду. Так, Апач, зачем? Там сила. Там один за всех и все за одного. Это ж семья стопудово. Семья, да? Забыл, как тебя от местной шпаны отмазывали. Пивко попивал, подворовывал. Кидайся в ноги дядьке Якубу, что он тебя выручил. А я вас и не просил. Когда нас много, не страшно. Башка дурка ты. Чао. Чао. Как бы тебе это объяснить, Апач? Мафия – это война с законом. Чем больше людей нарушают закон, тем он суровее и сильнее. Мафия – это ОПГ, организованная преступная группировка. Так что либо нары надолго, либо гроб навсегда. Дурацкая эта идея. Забей. Разойдитесь. Сильно не педалируй, можешь педаль сломать. Насильно мил не будешь, не спеши. Просто пришли к знакомым на обед. И не с пустыми руками. Не такие крепостя брали. Санек, проходи. А я не один. Мария! Олесь, где мамочка? А я-то вчера думала, что это паричок. Сюда нельзя. Что ты со своей подружкой сделал? Ты же в пугало превратил. Ой, в красивое пугало. Да это новый писк моды. Прическа тум-паби-дум! Пойдем. Ну, дети. Ой, спасибо. Красота какая. Спасибо, Мария, что пригласили меня в гости. Ой. Чуете, домашнее. Моя слабость. Неужели сам приготовил? Хотелось бы соврать, но не буду. Это гостиница от тети Вари, жены дяди Якуба. Жены? А мне не нравится, как она пела. Как-то пискляла. Ты не обижайся, сеструха. Не слушай его. У Олеси приятный голос. Ты музыкой занимаешься? Нет. Да зачем ей это? Попоет, попоет, да и перестанет. Нет-нет, Сан Саныч, ты не прав. Музыкальная грамота необходима одаренному человеку. Гармония, сольфеджио, этому учиться надо. Мне это не зачем. Я могла бы заниматься с тобой. Начнем с нотной грамоты, а там как пойдет. Ты ведь любишь петь? Люблю. Только зря время терять. Сан Саныч, нам не указ. Сегодня же и начнем. Да я-то что? Хотите, занимайтесь своей музыкой. Простите за дерзость. Не первый день вижу вас и вашу семью. И только сейчас решаюсь просить. Извините. Если вы согласитесь позировать, я нарисую ваш портрет бесплатно. А мы куда денемся? Если бесплатно, то втроем. Да-да, это будет групповой портрет. Прошу. Прошу. А Сан Саныча нет. Хотя у вас есть еще время. А это даже кстати. Стефания Казимировна, мне хотелось бы с вашей помощью прояснить один деликатный момент. Скажите,
Ведь Сан Саныч знает, что его мамы нет в живых. Знает. А что он знает об отце? Он говорил что-нибудь на эту тему? Мой сын Якуб дружит с ним всю его детскую жизнь. Мы все ожидаем, что кто-нибудь из родных объявится. Только он не ожидает. Характер у него такой. Не подарочек. Хорошая библиотека. Мы с ним с 5 лет эту библиотеку осваиваем. Половину не меньше прочитал. Способности невероятные. Это его библиотека. Мы с Якубом решили подарить ее Сан Санычу на совершеннолетие. У него все из книг. От лингвистики до правоведения. Теперь знаете, что в нем открылось? А? Талант жизнеустройства. Кажется, он набрал всего понемногу от героев мировой литературы. Благородство, проницательность, авантюрность. Вот так? Я знаю, где его искать. Извините за беспокойство. Извините. Простите за нескромный вопрос. А каково ваше семейное положение? Я не женат. Холост? Это хорошо. Тут у нас паритет. О доходах не спрашиваю. Вы свободный художник. А теперь вопрос на засыпку. Александр. Какие у вас, так скажем, недостатки? Я весь из них состою. Сплошные несовершенства. Может быть, я потому и художник, что стремлюсь хотя бы к относительной гармонии. А почему вы не спрашиваете о нас? Простите, мне кажется, я вас очень задерживаю. Мы можем продолжить в любое время. И когда-нибудь я напишу для вас большой портрет. Не все сразу. Не все сразу. Давайте знакомиться. Сан Саныч, можно Санек? И я, Александр. Простите, что не представился сразу. Мария. Какое совпадение. Тезки. А это наша Олеська, певица с большим будущим. Очень приятно. Мария живет здесь неподалеку. Они каждый день музицируют. Хорошие у вас дети. Да-да. И семья дружная. Нет-нет, это не семья, это мой адвокат. Сан Саныч, смею напомнить, что у вас через несколько минут очень важная деловая встреча. Да. Да-да. Точно. Бежим. Пускай побудет у тебя. Слушайся, Марию. Спасибо. До свидания. Спасибо. Пойдем домой. Теперь они вместе, и это гениальный ход. Пробудить в ней материнский инстинкт. Респект вам, Сан Саныч. Только нужно и меня посвящать в ваши планы, иначе вы можете навредить Марии. Что я скажу этому бизнесмену? Ты меня в тюрьму посадишь. Ты выкрал Олеську из детдома? Да, да, это так называется. Ты выкрал ребенка. Теперь на моей машине отправляешься к этому своему олигарху на смотрины? Конец моей карьере. Никогда я не стану отцом благородного семейства. Сразу видно, не детдомовский. Всего боишься. Да у моего олигарха адвокаты не хуже, чем у меня. Так что легальность визита обеспечена. В таком случае вас можно поздравить, Сан Саныч, с богатым клиентом. Вы увидите друг друга, ударите по рукам. Что еще нужно одинокому ребенку без вредных привычек? Первый раз в жизни завидую, что не меня усыновляют, а? Не все меряется деньгами. Да? Есть такая вредная привычка – жадность. Что? Вот и проверим. Есть у нас девочка Олеська. Ну, от нее отказались. Бывают же люди без сердца. А она маленькая такая, очаровунчик прямо. Когда иду с ней, все женщины просят одолжить ее, хоть ненадолго. Сходить в магазин или прогуляться, чтоб все думали, что это собственный ребенок. А как танцует? Как поет? Это видеть надо и слышать. Мальчик, попей. Попей. Thank you.
этот ангелочек, ну, Олеська, больна. Даже выговорить не могу. Всего-то 10 тысяч долларов надо. Ну, или больше. Но я готов предоставить свою почку. Смею заметить, здесь справки о доходах не достают. Обычно я декларацию о доходах даю в конце года. Да? В конце года. Приложите копию прошлогодней. Приложим. Декларации. Приложим. У меня есть грандиозная идея об усыновлении и удочерении всех сирот в мире. Это оптимизированная технология по превращению всех обездоленных в счастливых и полезных обществу граждан. Конечно, не сейчас. Лет через 10, когда вырасту, нужно основать фонд. Название у меня уже есть. Фонд милосердия Олеська. Мне нравится ход твоих мыслей, похвально для твоего возраста. Большой бизнес, вопреки бытующему мнению, осознает свою ответственность перед обездоленными. Что касается детей, это наш святой долг. Лечение твоей Олеськи – вполне осуществимая акция. Дай-ка рубль. У меня только 2. Добре. Даю сдачу. Загадаем, быть фонду милосердия или нет? Орел. Орел. Значит, быть. Это твой вклад в уставной фонд. А рубль оставь себе. На удачу. Да, 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 да. Так, ручки взяли. Угу. Вдохнули, живыцки надули. Теперь как лошадки. Поукалывали щечки. Так, молодцы. А теперь начинаем. Василек, Василек, мой любимый цветок. Приходи по расписанию. Не забыла? Нет. Расписание утвердим в детдоме. Да. Прошу. Сэр. От сэра слышу и очень внимательно слушаю. Сейчас приедем, и вы оформите Олеськино пребывание у Марии как гостевую семью. Я рад, что вы начинаете чтить закон об усыновлении, сеньор. Это план А. Он уже в действии. Пора переходить к плану Б и создать не фиктивную, а нормальную семью. Откуда ты черпаешь эти планы? Фиксирую. На горизонте появился уличный художник, и, судя по всему, Мария ему очень нравится. Их надо сблизить. Желательно на почве искусства. Мне нужна ваша помощь. Не вопрос. Мария любит оперу. Как мне хочется всех вас переженить, удочерить, уматерить и заняться, наконец, своей карьерой. Мать честная, Саныч. У нас же есть еще план В. Твой отец. Его ж найти надо. Я же обещал. Подождет. Еще 8 лет впереди. Суров ты, однако. Давай помогу. Отвалите, сэр, я сам. У себя? У себя. Вот.
Спасибо. Благодарю. Здравствуйте. Присаживайтесь. Желаете портрет? Может, хотите, чтобы я вам картину написал? Нет, я совсем по другому делу. Насколько мне известно, вы не женаты. Да. И я никак не могу настроиться на семейный лад. Живу без оглядки. Вот Сан Саныч раскусит меня и знаете, как назовет? Гедонистом. Вот. Он не полезет за словом ни в карман, ни в словарь. Поколение такое. А знаете, я ведь, как и вы, еще тем раздолбаем был. Простите. Нет, нет, в десятку сказано. Простите, ради бога, это я о себе просто. Жил, не оглядываясь. Гением себя считал. В глубинку полез ближе к земле, к народу. Влюблялся напропалую, кутил. Потом выезжировал в Москву, в Варшаву, вернулся в Минск, успокоился. И вот пишу для души и зарабатываю уличными портретами. Вы не закончили портрет Марии. Я бы хотел вам рассказать кое-что о ней. Не надо. Не говорите ничего. Боль, как и красота, не прячется внутри человека. Она проступает, как кровь сквозь бинты. Боль может выжечь, опустошить душу, но у Марии поселился там маленький ангел и наполнил ее светом. Как бы я хотел это написать. Послушайте, вы облегчили мою миссию. Я не знал, как подступиться. Дело в том, что Мария, она не замужем. И детишки не ее. Это ребята из детдома. А еще Мария очень любит Верди. Как вы успели заметить, она робка и застенчива. Она была бы очень рада, если бы вы пригласили ее в Большой театр. Так. Большой театр сегодня. Какой же ты настоящий кавалер. Верди. Прошу. Сан Саныч, будь спок, все сделаю. Олеську завезу к Стефании. Пока. Добрый вечер, Мария. А мы в театр идем. Да-да. Спасибо, что приняли мое приглашение. Моя хорошая. Пойдем. Пойдем в дом. Пойдем. А где Сан Саныч? Yes! Что и требовалось доказать. Семья в сборе. Сан Саныч, вы молоды. И не знаете, что свести людей легче, чем удержать их друг возле друга. Это у меня скоро пройдет.
Ешь, ешь. Давай положу. Давай. Осторожно, класс. По крысе на росе потухают зерки с плюшки, гули все, каски все похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины у гаражи. Ты так сама, каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай. Дум, паби, тум. Что это? Прическа такая девчоночья. И песня Олескина. Мне уже не кажется дом таким пустым. Когда в доме дети, он полон жизни. Впрочем, это мне хочется так думать, ведь у меня никогда не было детей. И семьи, по большому счету, никогда не было. Простите, пожалуйста. Возьми, извините, мать. Пожалуйста. Пусть ест. Угу. Раз! Оба! Так. Кафе. Вот, видишь, сколько людей. Сейчас на самый верх поднимемся. О, смотри, плакаты какие. О, и там, смотри, плакаты. А куда же ты, Колобок? Колобок, возвращайся! Все, постой здесь, кругом машины. Будь осторожен. Ты куда? Осторожно! О, нормально. Ну, спасибо тебе, братишка. Да не за что. Иди к нам, меня зовут Алан. Санек. А меня Юрась. А этого... Не говорите, я угадаю. Ну-ка, ну-ка. Ты ведь Жевжик, да? Да. А мы развлекаемся. Сначала кафе, а потом все, что он захочет. Все, что захочет. Мама умерла при родах, а папы нет. Первое, его не было, исключается. Второе, я ему не нужен. Третье, он не знает о моем существовании. Что равняется второму. Судя по мне, человек он неплохой и не дурак. А значит, должен отдавать себе отчет, что мужчина плюс женщина равняется ребенок. В общем, я ему не нужен. Фух.
Я вас слушаю. Если надо куда-то ехать, я на судебном заседании. Цейтнот. Нихао. Мы уже по-китайски разговариваем. А, это моя знакомая, кстати, зовут Марго. Марго – это мой юный клиент. Дело сугубо личное, господин адвокат. Попрощайтесь с дамой до лучших времен. Гераль, что за дела? Из-за этого малявки не могу с тобой часик посидеть? У нас, правда, деловая встреча. Чего ты стелишься перед этим недоростком? Тайны, секреты и... Иди, Марго, иди. Я потом тебе позвоню. Фиг ты позвонишь. Ладно. Здорово. Хай, сэр. Знаешь, иногда мне кажется, что мой неизвестный отец похож на тебя. Подобное познается подобным. И вот я думаю, он мог и не знать о твоем существовании, так что не все еще потеряно. Я нашел то, что искал. Опа, в самом деле? Интересно. Ты искал семью. Идеальную, интеллигентную, обеспеченную. И чтобы была по-младенчески непорочной. Именно такую я и нашел. Нормальные люди. Я не хочу их потерять. Они тебе нравятся, я понимаю. А ты им? Да, и я им. Хорошо. То есть, почему хорошо? Это совсем нехорошо. Ты обнадежил немало порядочных людей. Итальянцы высылают тебе приглашение. Бизнесмен, с которым ты собираешься основать фонд помощи сиротам. Да, по поводу фонда помощи надо подумать. А Мария? Это мой главный, первейший клиент. Я вижу, что она уже не исключает усыновление. И ты, Сан Саныч, дал для этого немало поводов. У нее не останется выбора. Мария не злая. Она смирится с Олеськой. Это же видно. Только это между нами. И прошу верить мне. Я все расставлю на свои места, и всем будет хорошо. Такого живжика терпеть! А мама Лан, это орхидея по-китайски. Я как увидел ее, понял, что родился ориенталистом. Китаистика, иероглифы. Это мое! Во ай, джунго, во яо, ю джунвэй тукунзи де джудзо. И что это значит? Я люблю Китай, я буду читать Конфуция на китайском языке. Не спеши, а то опоздаешь. Примерно это изрек Конфуций 2500 лет назад. Приглядись, Санек. Я им выдвину такое предложение, от которого они не смогут отказаться. Гарантийное обязательство. Я, Александр Александрович, настоящим письмом подтверждаю свое согласие и готовность вступить в семью и соблюдать все общепринятые нормы поведения, а также индивидуальные требования семьи усыновителей. В случае, если усыновление будет отменено по моей вине, как то курение, пьянство, хамство по отношению к приемным родителям и членам их семьи, и как следствие, возвращение в детский дом, гарантирую по достижению совершеннолетия вернуть усыновителям сумму затрат на мое содержание из расчета фактических трат. Ну, Санек, это покруче щекотки. Так, послезавтра едем в Сашин детдом. Последние формальности, а вечером торжественный ужин дома. В кафе. Или в кафе. Извините. Я слушаю. Сэр, Мария и Александр приглашают нас на помолвку. Насколько я понимаю, ты принял окончательное решение о новой семье. Как порядочный человек, ты должен сообщить им об этом. Мы будем ждать. Она умерла, говорили, при родах. А тетя то ли уехала, то ли в Россию родственники увезли. Мы ведь не у нее квартиру покупали, когда муж в отставку вышел. Тут уже другие жильцы были. Хороший портрет.
Да, это вот прежние владельцы нам оставили. Портрет незнакомки. Открыто! Я сама. Мария, ведь Олеська, она неплохой вариант. Нет, только он. Но почему он? При чем здесь он? Проходите, занимайтесь. Акция по усыновлению закончена. Объявление дезавуируется. Можете не отвечать на звонки, а чтоб не утруждаться, записывайте на автоответчик. Какое чудо! Спасибо, солнышко мое, спасибо! Я должен сообщить вам пренеприятнейшую новость. Сан Саныч нашел себе семью. Другую. Он не придет. Александрович, по поводу усыновления я должен сообщить следующее. Я нашел свою семью. Благодарю за внимание к моей персоне. Оставьте ваше сообщение после гудка. Саша, пятница в Мухе. Благословляю тебя. Ты желаю счастья в новой семье. Если ты хочешь, Олеська останется у меня. Я буду с ней заниматься. Подвезти? Нет, я должен остаться с ней, она очень расстроена. Давай. Стой! 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 Рыбка моя, я через минуту буду. Стой на том же месте. Ай! Откуда у тебя портрет? В машине. Из Борисова. Из Борисова? Надеюсь, что это портрет Санькиной мамы. Это мой портрет! Мой! Круто! А я?
Это твоя мама. А я твой отец. Я бросил ее, но я не знал, что будешь ты. Не знал, прости. Где ты был? Где ты был все эти годы? Почему ты не искал меня? Говори уже, я не знал о твоем существовании, но теперь все изменилось. У нас хорошая семья складывается. У меня уже есть семья. Ты мне не отец. Заходите. Нет, нет, нам поговорить надо. Чудовище. Слушай меня. Ты мне не вы. Ты невежа и хам. Я отца тебя нашел. Это твой отец, кровный, роднее не бывает. Я видел немало людей. С непомерными требованиями к окружающим. Но ты экземпляр пострашнее. И ты еще мал. А когда вырастешь, когда заматереешь, мало не покажется. Ты скажешь, что я хуже тебя, да? ВП придумал? Да я без тебя знаю цену себе. Сластолюбив и ленив, может быть. Люблю подарки и хорошие гонорары, а кто их не любит? Но я никогда... Ни при каких обстоятельствах не откажу своему родному отцу во внимании и в приюте. Даже если он бросит меня, а потом раскается. Я плохой, да. Легкомысленный. Особенно с женщиной, да. Но у меня совесть есть. Я в церковь хожу. Иногда. Ты поганец и подлец. Так с отцом родным поступить. Все? Теперь ты послушай. Ты никогда не поймешь ни меня, ни Олечку. Когда ты родился и открыл глаза, ты увидел маму. Кого увидел? Я. Кому улыбнулась Олеська? Кому улыбнется сын твоей, Марго? И все, что ты сейчас сказал про себя. Это норма, адвокат? Отцы не ищут своих детей. Мамам-алкашкам плевать на нас. Это норма? И ты упрекаешь меня своим самоедством. Слезу роняешь, крокодилову слезу. А я никогда не плакал. Я никогда не плакал и никогда не буду плакать. Понял? Ты адвокат. Ты запутался. Это бывает. Когда станешь выпутываться, вспомни обо мне, мол, есть такой не самый плохой адвокат в стране. Это я тебе как сэр, сэру говорю. Гад! Гад! Все гады! Да пошли вы все! Не торопись стать взрослым, Александр. Сан Саныч,
Сан Саныч! Директору заява на вас с Олесей пришла. Из Италии. Зовут в гости. А это тебе приглашение лично. Зина! Зин! Глянь в инете, что за фонд новый появился. Фонд милосердия Олеська. Ну и что? Да вот на наш валютный счет крупная сумма перечислена. На лечение больных детей интерната. Саша, вот и сбылась твоя мечта. А мне за тебя как-то тревожно. Не чужой, крестный все-таки. Главное, у тебя была мама, и ты ее увидел. Значит, были и деды с бабками. Отец нашелся, ты его еще не простил. Обида не дает. Но ты не сирота, Саш. Я им скажу. Все объясню. Они должны понять. Они поймут, почему. И отец тоже. Ты еще ребенок. И закон защищает тебя, даже если ты не прав. А вот других нет. Тебя будут любить. Ты этого хотел. Люди всегда не против, чтобы их любили. А ты должен научиться понимать тех, кто любит тебя. Это важно для мужчины. И для жизни тоже. Так, это пылесос. Поторапливайтесь. Сан Саныч, успеем? Да как, нечего делать. Управимся. До самолета еще 2 часа. А не управимся, Жевжика позовем. Жевжик нам поможет. Его самого еще надо упаковать. А, кстати, мы в Китай надолго собираемся? Да, 2 года. Здорово. Вот когда окажемся в Поднебесной, отдайте нас с Жевжиком в монастырь Шаолинь. Мы освоим ушу, единоборство. Станем другими людьми, бесстрашными и справедливыми. Вомен, пьянче, юнгань, уэйде, кунжэнде, жэн. Конечно, Сан Саныч. Но ты едешь, дорогая, даль зовет тебя иная. Неужели навсегда я потерял тебя, мой друг? Давай, попробуй. Скажите, у вас не найдется закурить? Не курю. Может, у вас найдется одна сигаретка? Ой, нет, не курю. Извините, извините. Скажите, пожалуйста, у вас не будет закурить? Ты же обещала. Я не буду больше. Ты обещала. Я больше не буду. Обещала. Ты вернулся. Я обещаю.
руке. Не закрывай глаза, направь взгляд вперед. Без падений невозможен взлет и твой полет. Все в твоих руках, ты знаешь что да как. Пока дыхание в такт, не пугает даже мрак. Посмотри на небо, этот мир так велик. Еще все впереди, задумайся на миг. Как много людей, как много историй. Твоя уникальна, не теряй свою волю. Пусть так много было соли, пусть опять слезы от боли. Не останавливай свой путь, иди вперед, забыв о горе. И каждый день не забывай о том, кто ты. Помни, что кому-то нужен, ты не будешь одиноким. Не забывай о том, кто ты. Помни, что кому-то нужен, ты не будешь одиноким. Не забывай о том, кто ты. Помни, что кому-то нужен, ты не будешь одиноким. Один в этом мире, но не одинокий. Глаза открой шире, прокладывай дороги. От судьбы не уйти, но ее можно изменить. Ты сможешь жить так, как ты хочешь жить. Один в этом мире, но не одинокий. Глаза открой шире, прокладывай дороги. От судьбы не уйти, но ее можно изменить. Ты сможешь жить так, как ты хочешь жить. Стоп, не оборачивайся и забудь о прошлом. Что не сомневайся ни на миг, ведь ты уже взрослый. Помни, ничто не сломит тебя. Все раны делают сильнее. Не трать силы зря. Никто не остановит время и не повернет вспять. Чем увереннее идешь, тем сильнее сможешь стать. В глубине души ты знаешь, все будет хорошо. Лишь не опускай руки, это еще не все. Это еще не все. Еще не все. Это еще не все.